В Новый год не остались без внимания и дети с ограниченными возможностями. Для них также была организована новогодняя елка, и ребята насладились праздничной атмосферой. Новый год – пора чудес и волшебства, и ни в коем случае нельзя ограничивать детей возможности почувствовать приближение праздника, даже если они находятся в больничных стенах, отмечает руководство колледжа. Поздравить ребятишек приехали самые активные студенты образовательного учреждения. Каждому ребенку были вручены ценные подарки и открытки с пожеланиями. Цель проведения данного мероприятия – подарить детям радость, вместе с тем привить нашим студентам чувство сострадания. Хочу поздравить всех казахстанцев с наступающим Новым годом и призвать делать добрые дела. В этом отделении больницы находятся маленькие пациенты с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. В связи со строгой диетой им были вручены разноцветные шарики и различные открытки. Здесь, в больничных стенах, организаторы постарались создать атмосферу волшебства и приближения приближающегося праздника. Большое спасибо студентам. Пусть они будут счастливы и здоровы. Желаю им долгих лет жизни. Пусть они станут хорошими специалистами в будущем. Новый год ждут все дети, и больные, и здоровые. Когда в учебных и иных учреждениях организовывают елки, эти маленькие пациенты вынуждены пить таблетки и проходить процедуры. Но им также хочется, чтобы к ним пришел Дед Мороз, Снегурочка и вручили подарки. И сегодняшние улыбки детей красноречиво подтверждают это. Куля Шумурзакова, Мадияр Серик, Ильнур Мухтаров, 77 News.